Федора Студита во вторую неделю Великого Поста. Братья, пост – доброе дело, если ему сопутствует мир, доброе произволение, благопокорливость, кротость, сострадательность и другие добродетели. Но дьявол, враг и наветник нашего спасения, пытается вложить в постников богомерзкое, научает их быть дерзкими и прикословными, жестокими, гневливыми, яростными, тщеславыми, завистливыми и срамословами. Цель его – причинить им большой вред и тщету, лишить их благих плодов поста. Мы должны предугадывать его умышления и козни, проводить святые эти дни мирно и тихо, с кротостью и в безмолвии, обращая нашу любовь к ближнему, потому что именно такой пост угоден Богу. Если же наш пост будет иным, то какой бы труд мы ни поднесли, он бесплоден, и мы напрасно подвергаемся злостраданиям. Впрочем, поститься нам необходимо, потому что пост иссушает тело, а душу укрепляет и обновляет. Если внешний наш человек и тлеет, по слову апостола, то внутренний со дня на день обновляется. Второе послание Коринфянам. И в кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Так, размышляя, надеясь на будущее воздаяние, будем терпеливо пребывать в добродетельных подвигах, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в нас, к наследию святых, во свете избавившего нас от всякой тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Послание к Колоссянам. Не причащаемся ли мы с пречистой Его тела и крови? А что может быть сладостнее святого причащения? Оно дарует вечную жизнь тем, которые причащаются с чистой совестью. Не беседуем ли мы каждый день и каждую ночь с Божественным Давидом и другими святыми отцами и светилами нашей Святой Церкви? И может ли душа получать большее утешение? То есть с Давидом, то есть когда читаем Псалтырь, это самая употребляемая книга у православных. Всегда, при каждом богослужении обязательно употребляется Псалтырь. Особенно Великий пост, особо, вот есть суточный богослужебный круг, то в этом суточном богослужебном круге 9 кафизм. Вот где в монастырях или в храмах полностью, то 9 кафизм за день должны прочитываться. То есть, считай, за 2 с небольшим дня весь Псалтырь. Не отлучились ли мы и не удалились ли от содружества с прелестным миром и от сродников нашим по плоти ради Господа? И что может быть блаженнее и выше этого? Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которую Он действует и покоряет себе все. Из послания к филиппийцам. Будем же, братья мои, радоваться и веселиться, презирая и попирая всякую злую похоть плоти, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек. Первое послание Петра. Злостражит ли кто из вас? Пусть молится, говорит Писание. Весел ли кто? Пусть поет псалмы, говорит апостол Иаков. Искушаем ли кто злой греховной страстью? Ибо дьявол никогда не перестает бороть нас. Да потерпит, слыша говорящего. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его, апостол Иаков. «Если это знаете, — сказал Господь, —
Блаженны вы, когда исполняете. Ему слава во веки. Аминь. Аминь. Сейчас прикрутим. Отдали, сейчас. Причастники воздушные.